Казуальные приключения третьего лица с таинственной фиолетовой слизью, не позволяющей ей поглотить Флиббл Ленд. Уникальный опыт про фермера и про милых интригующих существ. Знаете, я много раз говорил, разработчик, попробуй поиграть сам. Тут предметы берутся сразу 20-30. Переустановка мне не помогла. Я минут 40 мучился со взаимодействием предметов, это кошмар какой-то. Даже батарейки на мышке я переставил. Да, по игре даже сказать ничего толком не могу. Это очень хреново, это, по-моему, демо-версия, которая отбивает желание вообще играть в такое. Но, кстати говоря, попробуйте. Может, у вас с управлением повезет больше? Ну... Или обновят игру и починят наконец-таки. В принципе-то тут и графика, и движения такие довольно-таки интересные. И повоевать с некой сервизию ради своих пассивов — это даже интересный момент, но который, к сожалению, я не могу никак проверить. Извините меня, 3 часа мучиться с одной игрой из-за того, что я не могу нормально взаимодействовать с предметами, это, по-моему, немного отстойно.